Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». Я Игорь Конюшков. Здравствуйте. В начале выпуска информация из администрации. Третий этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кунгура, назначенный на сегодня в администрации города, не состоялся. Презентация программ по развитию города и ответы на вопросы членов комиссии для 5 кандидатов были отменены из-за неявки представителей конкурсной комиссии от администрации губернатора Пермского края. Городской думой этим утром было получено уведомление от председателя конкурсной комиссии Анатолия Маховикова о необходимости перенести дату и время проведения. Так как на сегодняшний день у конкурсной комиссии нету кворума, конкурсная комиссия не может состояться. Значит, по нашему положению время проведения конкурса устанавливает время проведения и место проведения устанавливает Кунгурская городская дума. Следовательно, 22 октября включим вопрос в разное или в повестку дня о назначении или место назначений и проведении конкурса на должность главы города Кунгура. Таким образом, на ближайшем заседании городской думы депутаты должны будут утвердить новую дату проведения третьего этапа работы конкурсной комиссии.